Всероссийский конкурс «Сибирская матрешка» проходил при поддержке Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, город Москва. В этом году организаторы дали возможность вокалистам продемонстрировать свои таланты и расширить конкурсную программу, добавив отделение «Вокал». Юные ленинск-кузнечане уже вернулись с конкурса. Учебный кабинет украшают награды и дипломы. Недавно мы участвовали в всероссийском конкурсе народной песни и танца «Сибирская матрешка». Этот конкурс проводился в красивом городе Томске. Что мне лично понравилось, так это то, что было очень много достойных соперников, например, из Алтайского края, из Кемеровской области, из Томской области. По итогам конкурса образцовый самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Бубенцы» удостоен звания лауреата первой степени в номинации «Вокально-хореографическая композиция». Вокальный ансамбль «Кудеса» завоевал также диплом лауреата первой степени. Солистки ансамбля Мария Андреевская, Дарья Мишина, Полина Сыресина, Алиса Пульнова награждены дипломами лауреатов третьей степени. Думаю, что главная наша награда – это, конечно же, эмоции, конечно же, те навыки, которые мы наработали за счет этого конкурса. Тем более мы люди творческие, нам важен вот этот вот адреналин на сцене, нам важна зрительская симпатия, поэтому так. Я побывала в Томске и получила очень большие впечатления. Мы не побывали просто в Томске, мы погуляли, мы хорошо провели время, мы ездили на экскурсию. Также мы посмотрели очень много красивых домов. Заряды энергии и самых ярких впечатлений получено предостаточно. Поездка принесла ребятам незабываемые эмоции и, конечно же, приятные знакомства с другими конкурсантами, с которыми воспитанники ЦДК подружились на всероссийском конкурсе. Анна Кириллова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.